И мы возвращаемся к самому торжественному событию – чествованию выпускников 2012 года. На центральной площади столицы в эти минуты продолжается главное событие дня – бал выпускников. В этом году он проходит раньше, чем в предыдущие. Уже 11 июня для многих абитуриентов начнутся вступительные экзамены. Ну а сегодня 1019 выпускников столичных школ прошли по главной площади. Специально к этому дню городское УНО подготовило праздничную программу. При этом, как говорят в Управлении народного образования, в этом году бал выпускников мог и не состояться. Выпускник – это, наверное, самый счастливый человек, это самая прекрасная пора, самый прекрасный возраст, когда все только начинается. Так как училась в художественной школе и будущую перспективу искала в художественной деятельности. То есть я поступаю у нас в ПГУ на архитектора. Выпустили из школы очередных детей, которых мы любили все 11 лет, оберегали, а теперь выпустили в взрослую жизнь, чтобы каждый пошел по своему пути, который они выбрали. Всех учеников 2012 года поздравляем с окончанием школы! Проведение торжественного праздника на площади поддержала госадминистрация столицы и родители школьников. Перед выпускниками выступили творческие коллективы. Юношей и девушек напутствовала заместитель председателя правительства Наталья Никифорова. Разрешите от имени президента Приднестровской Молдавской Республики, от имени правительства, поздравить вас с замечательным шагом вашей жизни. Пусть солнце светит вам ясно. Дорогие педагоги, благодарю вас за труд, за терпение. Желаю вам своевременных и выпускных, и своевременных отпускных, хорошо отдохнуть и 1 сентября снова в школу. Уважаемые родители, вам предстоят самые сложные, самые трепетные дни. Я искренне желаю, чтобы сбылись мечты всех детей, которые стоят на этой площади. Всего из школ республики в этом году вышло более 3200 выпускников. 300 из них – медалисты, 153 золотых и 147 серебряных.